Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Ну что, продолжаем покраску модели. И что я говорил в предыдущей части насчет цвета. Хотел же, чтобы он у меня был цвет охра, а получился вот такой коричневый шоколадный цвет. И вот хочу вам продемонстрировать. Мешал на глаз краски, и в принципе цвет должен был быть вот такой. Но при нанесении на модель он почему-то стал более темней, чем я предполагал. Ну ничего, оставим такой цвет. Я надеюсь, модель будет выглядеть красиво. Ребята, закончил покраску, получился красивенький зелененький цвет. Думаю, гармонировать он будет очень хорошо с коричневым. А потом, конечно, будет все основное за фильтрами, за смывками, масляные точки. Все это вы увидите, все буду показывать, как что делаю. Что, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, кому это интересно. Спрашивайте, смотрите ранее выпущенные части. И ждите продолжения. Спасибо за просмотр.